Всем привет! Сегодня будет небольшой выпуск, не формат. Почему так? Сейчас все объясню по порядку. Во-первых, создавать стрим сейчас было бы нерационально, потому что большинство вас не знает о стриме, допустим, если бы мы его открывали, и не все бы смогли задать вовремя вопросы, и мы бы это не смогли обсудить с вами. Вот. Самая главная новость этого выпуска – то, что наш канал прошел верификацию на YouTube, и мы теперь стали официальным каналом. Это для нас очень приятно, и вообще верификация по себе означает то, что мы делаем качественный контент, и это нравится людям. Мы вам благодарны за ваши лайки, комментарии, за то, что вы смотрите нас. Ваше внимание для нас бесценно просто. Многие зрители нас уже повторяли. Повторяли наши трюки. Кто-то пытался нам подражать, кто-то делал трюки в городе. Мы это все снимаем за городом, не принося никому никаких неудобств. Так что мы по-прежнему убедительно вас просим не повторять наши трюки, не повторять какие-то моментами опасные идеи. Потому что игры с пиротехникой не всегда приводят к успеху. У нас на канале минимум 3 выпуска, где мы с Вадимом получили травмы разной тяжести. И некоторые сюжеты даже не вошли в выпуски, а просто у нас хранятся на жестком диске. Ну и наконец, друзья, пользуясь вообще случаем, хотел бы у вас спросить, что бы вы хотели видеть на нашем канале, чего вы ожидаете от нашего проекта. Мы хотим улучшить наш канал. Вы сами должны понимать, что петарды, бабахи, дым, постоянно снимать это вам надоест, поэтому мы расширяемся. Это не значит, что мы забываем и забиваем на съемки петард, на съемки пиротехники, а мы просто расширяем наш канал и становимся лучше. Поэтому напишите ваши идеи, что бы вы хотели видеть на нашем канале, что вы ожидаете от нас, в частности. И мы ждем от вас каких-то решительных идей. У нас на самом деле сейчас даже масса неотснятого материала. И также есть несмонтированный материал, который мы уже успели отснять. Но хотелось бы, конечно, и от вас узнать, что вы думаете по этому поводу. И хорошо ли это или плохо, то, что мы думаем расширяться, делать какие-то сталки, делать какие-то прогулки по заброшенным местам. Допустим, даже в Киеве, в том же самом, какие-то бомбоубежища, какие-то заброшенные лаборатории, заводы и так далее. Вы напишите, что вы думаете, и до скорых встреч, до связи. Спасибо вам, что вы остаетесь с нами, и пока. Выдра плывет, смотрите, ребята, прикол. Да, чуть не забыл, у нас будет выпуск новый на этих выходных, так что оставайтесь с нами, лайк за выдру, и пока.